Конкурс «Дети читают стихи» Мамонтову Мария, 8 лет, Москва, середина июля, войной опаленное лето. Письмо от Васильевой Юли по почте прислала в газету. Неровные детские строчки и несколько мятых рублей. На фото глаза огонечки глядят из-под черных бровей. Мы с бабушкой долго копили на новые туфли и платья. Сегодня копилку разбили, и вот что хочу сказать я. Не надо мне новой одежды, хочу я помочь солдатам. Пусть танк назовут Надежда, как мама мою когда-то. Погибла она от пули зимой в 41-м году. Остались одни с бабулей и вместе хлебаем беду. Но русские не сдаются, отважных их нет на свете. Не пятятся и не гнутся, скажите об этом в газете.